Всем привет, и сегодня... Так, всем привет, с вами Алкипимен, и сегодня мы будем снимать влог 15 мая 2018. Сейчас пойдем в магазин. У меня вот сумка, вот. В сумке деньги лежат, ну там, чтобы купить лимонад, ну и сухарики. Как и некоторые родители называют, вот, допустим, моего друга, и мои родители называют химические сухарики, ну вот так вот их. Три корочки пойду покупать с беконом. Вот как бы у нас тут кусты. И небо. С тучами небо. Отличная погода. Ну, 14-го было гораздо лучше. Было солнечно, я вообще в майке был. А тут я в свитере легком таком, ну... В двух майках можете считать, ну и... Так, погодите. В двух майках и в куртке вот такой вот ветровке. Ну и с селфи-палкой. Я боюсь, кстати, что они у меня ее украдут. И забьют еще. Вот. Давайте пойдем в магазин ликероводочный. Ну и... Вот так, кусты. Ну и там это... Я сейчас скоро поставлю на паузу, зайду в магазин, ну, немножко поснимаю в магазине, потом выйду, когда от магазина отойду, уже скажу о моих покупках. Ну, я куплю лимонад и сухарики. Погоди, сейчас на стоп поставлю, сейчас на стоп, на паузу, сейчас. Сейчас, подождите, сейчас уже. Сейчас лимонад купим. Дальше сотаюша с лимонада. Совсем стоп. Подождите, на паузу поставлю. Вот я купил как бы лимонад Фиестра Дюшес и сухарики три корочки бекон. Три корочки непобедимый бекон. Непобедимый. Их никто не повалит. Но я их побежу. Я их съем. Но за кадром. Ну вот, как бы с юмором так слегка. Сейчас. О, уже 3 минуты. Сейчас мы вот доходим до моего подъезда. Машина едет. Так. Можно было показать, если бы она боком была. Но так как она стояла не боком, то поэтому я не могу показать. Ну, номер бы спалил. А на номере написано регион. Ну вот. Сейчас. Ну вот, допустим. Ну нет, я думаю, номер нельзя здесь спалить. О. Ну вот. Ну как бы. Сейчас мы должны зайти в подъезд. Ну, я должен отнести вот это вот. Вот. Я тут как бы показываю, что тут у нас есть. Так. Адрес. Сейчас дорогу переходим. Ребят, это жмите лайк, ну или какой-нибудь там, это плюс в комментариях поставьте, если боитесь собак. Я боюсь. Ну как, слегка побаюсь. Ну если не гавкает, то нет, не боюсь. А вот если, допустим, гавкает прям вот так вот лает, то побаиваюсь слегка. Ну это если большая. Ну что ж, ну я надеюсь, вам понравился этот влог мой. Вот. Вам всем удачи и всем... Так, пока.
Так, обо что хлопнуть. Так. Пока.